Новую прическу Маша сделала в этом сезоне. Решили поменять, ребята, имидж, попробовать. Всегда они показывают мини-спектакли, очень интересные, очень хорошо настраивают публику на выступление. Действительно, смотрите, по интересное начало, необычное начало. Специально к этому сезону сделал. Вот именно вот с таким началом. Вообще, конечно, номер не, не этого года. Да, ничто не смог поделать среди зрителей. И такой, в общем-то, веселый танец, но элементы довольно сложные. И тройной выброс, и тройной прыжок. И вот мы сейчас видели последнюю поддержку. Довольно сложные, интересные элементы. Но это очень, очень опытный дуэт, конечно, не занимать.